Всем привет! С вами Айдар Сагитов, и в этом видеоролике я расскажу про классический ступенчатый отходной маркетинг-план, тот маркетинг-план, который использует компания LR. Немного расскажу о совершенствовании маркетинг-плана. За все 28 лет существования компания несколько раз добавляла бонусы, то есть не меняла маркетинг-план, как это делают некоторые компании, да? Ни в коем случае не меняла, а именно просто добавляла бонусы. Это означает, выплаты в сеть постоянно росли. И это может позволить себе только крупные компании, у которых очень большие товарообороты. Это надо понимать. Маркетинг-план справедливый, очень надежный, уже 28 лет. Достижимый, то есть очень много людей уже достигли различных уровней. Итак, с чего мы начнем? Конечно же, с торговой наценки. Торговая наценка в LR 40%. Но не забывайте, скидка 28%. Потому что торговая наценка 40% прибавляется вот к этой закупочной цене. И прибавив к этой закупочной цене 40%, мы получаем вот рекомендованную цену. Это цена, которая у нас используется в каталоге. То есть в каталоге цена 999 рублей. Любой дистрибьютор, который зарегистрировался в компании, покупает этот продукт за 714 рублей. Он может продать его вот по этой цене. Если родственники, мамы, папы, он может продать, понятно, вот по этой цене. Но самое главное, нужно понимать, что компания рассчитывает все бонусы, все вознаграждения, все товарообороты, рассчитывает именно вот по этим ценам. Ни в коем случае не по этим. Почему скидка 28%? Смотрите, торговая наценка идет вот на эту цену. А скидка идет уже вот с этой цены. То есть, если вот с цены 999 рублей мы хотим получить 714, то это минус 28%. То есть, скидка идет уже на стоимость вместе с торговой наценкой. А если мы на эту цену прибавим 40%, то получим 999 рублей. Окей, следующее. У нас здесь балловые системы. Сделано это для того, чтобы в разных странах один продукт стоил примерно одинаково, чтобы был расчет по баллам. Например, элементарно, да, алоэ вера спрей скорой помощи. Он стоит 25 баллов. Он везде, то есть по всей Европе он стоит 25 баллов. Цена не меняется. У нас 1 балл это примерно 26 рублей при выплате партнеру и примерно 28-29, 30 рублей при покупке, потому что включается НДС. Это тоже не забывайте. То есть, когда мы получаем уже деньги, когда уже нам оплачивают бонус, мы примерно 1 балл можем рассчитывать как 26 рублей, 25-26 рублей, потому что без НДС. Все баллы за продукт вы можете увидеть вот в этой колонке, в прайс-листе. Итак, следующий бонус – это бонус с личного оборота. У нас есть бонусная таблица. 3% – 250 баллов, 6% – 500 баллов, 9% – это 1000 баллов, 11% – это 2000 баллов, 14% – это 4000 баллов, 16% – 8000 баллов и 21% – это 12000 баллов. Именно вот по этой бонусной таблице рассчитывается бонус с личного оборота и разница бонусов. Итак, что такое личный оборот? Это оборот именно от личных покупок. Групповой оборот складывается от покупок всей вашей группы. Общий оборот – это личный плюс групповой обороты вместе. Чтобы получать деньги, нужно быть бонусной веткой. То есть, наш общий оборот должен превышать 250 баллов. Именно общий, то есть личный оборот плюс групповой оборот. Чтобы получать деньги, личный оборот должен быть не менее 100 баллов в месяц. То есть, для того, чтобы получать хоть какие-то первые деньги, первые чеки, да, нам нужно, чтобы наша группа покупала минимум на 250 баллов. Но сюда включается 100 баллов личного оборота. Не забывайте про эти 100 баллов. Для того, чтобы выводить деньги, нужно оформить ИП или ООО. Налог 6% по упрощенке. Можно это делать попозже, то есть не обязательно в первый же там, месяц оформлять ИП или ООО. Конечно же, выгоднее это оформлять тогда, когда вы дошли, допустим, доросли до квалификации младший менеджер, потому что
В этом случае ваш доход уже будет составлять, ну, от 8 до 12 тысяч рублей. Уже, в принципе, можно снимать. Если пока не оформили, значит, деньги не выводятся, то есть, а используются как скидка. Например, заработанные деньги накапливаются в личном кабинете и используются как скидка на следующий месяц, после 15 числа. Скидка может быть до 50%, но на покупку не более 250 баллов в месяц. Например, если мы заработали 10 тысяч рублей, скидка на продукцию может быть 250 баллов, то есть 8500 рублей, 50% вот на эту сумму. То есть максимальная скидка, которую мы можем получить в этот месяц, это 4250 рублей. С 10 тысяч рублей после покупки товара на 250 баллов остается примерно 5750 рублей. Эти деньги сохраняются на следующий месяц. А продукт, который вы купили за 8500 рублей, обойдется вам всего лишь за 4250 рублей. То есть потому, что 50% будет использовано как скидка. Вот. Все эти деньги, вот, которые остаются, да, каждый месяц, они в любом случае будут накапливаться. Сумма никуда не девается, она всегда накапливается, всегда там лежит. Когда уже зарегистрируете ИП, есть возможность вывести эти деньги. Что такое понятие остаточного оборота? Просто остаточный оборот от ветки, например, Ивана, это означает, что это просто весь общий оборот помимо этой ветки. Итак, следующий бонус – это групповой бонус разницы бонусных процентов. Здесь я просто показал именно понятие линий, что такое первая линия, вторая линия, третья линия. Первая линия – это те люди, которых вы сами пригласили лично. Это первая линия. Вторая линия – это те партнеры, которых пригласили ваши партнеры. Ваша первая линия пригласила себе первую линию, для вас это вторая линия, соответственно. Ну и так далее. Третья линия, четвертая и так далее. Но наши бонусы не рассчитываются по линиям. Наши бонусы рассчитываются по веткам. Итак, все ветки идут по первой линии. Это обязательно. Вот смотрите, сколько здесь мы видим веток. Вот первая ветка. Вот это вот вторая ветка. Это у нас третья ветка. А это у нас четвертая ветка. То есть, как вы видите, все ветки рассчитываются по первым линиям. И мы получаем разницу бонусов со всех веток. Например, смотрите. Здесь я примерно расписал вот эту структуру, и это баллы. Сколько баллов имеет каждый человек. Допустим, вот лично я 100 баллов, да? Кто-то еще там 200 баллов, 150 баллов. Здесь 100 баллов, здесь 0 баллов, здесь 200, 100 и так далее. Давайте рассчитаем по бонусной таблице, кто сколько процентов. Первый партнер у нас 200 баллов. Сколько это по бонусной таблице? До 250, да? Значит 0. Окей. Этот партнер, сколько у нас баллов? Конечно же, опять 0. Этот партнер тоже 0. Этот партнер, у него 500 баллов. По бонусной таблице это 6%. Этот партнер, у него всего лишь 30. По бонусной таблице это 0. Здесь 300 баллов, по бонусной это 250. Теперь такой вопрос. Сколько баллов вот этот партнер? Некоторые, наверное, подумали, что 100 баллов по бонусной таблице это 0. Нет. Считается весь оборот общий. 9%. То есть его оборот плюс все вот эти обороты вместе. Окей. Сколько процентов вот этот партнер? Некоторые скажут, наверное, 0. Нет, тоже 9%. Считается весь общий оборот его всей ветки вот этой. Хотя она у него одна, разницы нет. У него считается тоже, конечно же, вся ветка плюс его оборот. 1380 баллов выходит, 9%. Окей, этот партнер у нас на уровне 3%. Этот партнер у нас, соответственно, на уровне 6%. 400 баллов – это у нас уровень 3%. 1000 баллов – это у нас уровень 9%. 2100 – это у нас уровень, конечно, 11%. Этот человек, у него считается, то есть, свои личные 500 баллов и вот эти вот все его ветки, да, всего 4000 баллов. Получается, он 14%. Хорошо, на каком же уровне нахожусь я? Само собой, у меня считается весь общий оборот всех веток плюс мой личный. Это всего 6230 баллов. Я выхожу на 14%.
Теперь давайте посчитаем, сколько мы заработаем. С личного оборота 100 баллов я получаю 14%. То есть вот с этого личного оборота я получаю 14%. То, какую квалификацию я сейчас имею. Следующее. С первой ветки, вот первая ветка у нас, 200 баллов, мы получаем 14%, так как у него 0. Разница бонусов 14 минус 0 будет 14. Значит, 28 баллов. Ну, примерно умножаем на 26 рублей, там 25 рублей, 700 рублей. Со следующей ветки сколько мы получаем? 1380 баллов. Мы получаем 14% я минус 9%. Оборот вот всей ветки считается 9%. Значит, 5%. 5% я получаю со всей этой ветки, вот всего 1380 баллов. Получается 69 баллов. Ну, это примерно 1725 рублей. С третьей ветки, 550 баллов, мы получаем 14 минус 6%. Значит, 8% это 44 балла с 550, ну, примерно 1100 рублей. Ну, из четвертой ветки, 4000 баллов, сколько мы получаем? Мы получаем 0, потому что 14 минус 14% будет 0%. Итого 0 баллов, 0 рублей. Как вы видите, для того, чтобы мне хорошо зарабатывать, мне нужно, чтобы мои партнеры не успели догонять. То есть мне нужно делать больше первых линий, и это мне позволит зарабатывать больше денег. То есть если бы я потрудился, пригласил еще несколько партнеров, и сам бы, допустим, сделал личный оборот, то был бы 8000 баллов хотя бы, да? И это уже 2% вот с этой ветки добавочно получается. Видите, я бы был 16%, я бы получил 2% вот с этой ветки. Ну и здесь, само собой, еще на 2% больше, потому что я уже 16 буду. То есть доход резко начинает увеличиваться, когда вы работаете постоянно на первой линии. Самое главное, что здесь нужно понять, основной доход в ЛР практически во всех квалификациях – это остаточный оборот. Именно остаточный оборот позволяет вам зарабатывать основные деньги. Что такое остаточный оборот? Это первые линии. Именно поэтому на всех школах говорится – делайте первую линию, постоянно расширяйте первую линию. Нужно работать на первую линию. Нужно в месяц приглашать на первую линию от 3 до 5 партнеров, желательно, да? Вот. Именно этим и надо заниматься, если вы хотите выйти на хорошие чеки, зарабатывать хорошие деньги. Давайте посмотрим первые квалификации по карьерной лестнице и что они нам дают. Итак, квалификации от 3 до 11%. То есть это 3, 6, 9 и 11%. Они дают, во-первых, дают бонус с личного оборота, дают разницу бонусов со всей группы, как мы уже обсуждали ранее. И квалификация 11% в первые 3 месяца в бизнесе позволяет получить в подарок часы. Условия получения часов. Вот вы видите часы на экране, их несколько, мужские классические, мужские спортивные и 2 женских. В один из первых 3 месяцев нужно сделать 2000 баллов общего оборота плюс 2 партнера в первой линии. То есть в какой-то из первых 3 месяцев, а за один месяц нужно сделать 2000 баллов общего оборота плюс 2 партнера в первой линии. Если ваш партнер сделал 2000 баллов, то необходимо помимо его ветки сделать 1000 баллов. Это тоже не забывайте. Ну и само собой, конечно же, 2 партнера в первой линии новых должно появиться в этот месяц. В тот месяц, когда вы сделали 2000 баллов. Следующая квалификация 14%, младший менеджер. Вот такой значок вы получаете. Что для этого нужно сделать? Закрывается за один месяц. 4000 баллов группового оборота, 250 баллов личного оборота и 3 бонусные линии. Когда в один месяц вы сделаете вот эти все условия, то вы становитесь младшим менеджером. Или 4000 баллов личного оборота. Что получает партнер, выполнивший квалификацию младший менеджер? На самом деле, с этой квалификации начинается еще такой более мощный старт в бизнесе, потому что уже доход интересный, уже 8-12 тысяч рублей в месяц человек начинает получать. И, скорее всего, человек оформляет ИП для того, чтобы получать деньги на расчетный счет. Второе – это дополнительное обучение для младших менеджеров и выше, на академиях, на бизнес-днях. Следующее. Дополнительное онлайн-обучение для младших менеджеров и выше. Также дополнительное выездное обучение, которое сейчас у нас формируется. И первое обучение будет скоро в апреле.
Открытие автоквалификации, но для того, чтобы автоквалификацию подтвердить, нужно 3 месяца продержать. И при приобретении Volkswagen Polo от LR оплачивается автобонус в размере 3000 рублей. Следующая квалификация 16%, менеджер. Тоже нужно держать 1 месяц всего, 8000 баллов группового оборота, 250 баллов личного оборота, 4 бонусные линии или 8000 баллов личного оборота. Что получает партнер, выполнивший квалификацию менеджер? Доход от 12 до 20 тысяч рублей в месяц. Все зависит от ширины первой линии. Все обучение для младших менеджеров и выше. При приобретении Volkswagen Polo LR оплачивает автобонус 6 тысяч рублей помимо основного дохода. Следующая квалификация 21%. Младший лидер группы. Вот такой значок с двумя камушками. Что нужно сделать? За один месяц нужно сделать 12 тысяч баллов группового оборота, 250 баллов личного оборота и 6 бонусных линий. Что получает партнер, выполнивший квалификацию младший лидер группы? Уже серьезный доход – 20-35 тысяч рублей в месяц. Все обучение для младших менеджеров и выше. Обучение на саммите лидеров системы LR21 в Турции. Это очень мощное, сильное обучение. При приобретении Volkswagen Polo от LR оплачивается автобонус в размере 10 тысяч рублей помимо основного дохода. И смотрите, что я заметил. До квалификации младший лидер группы партнеры доходят по-разному. У кого-то уходит полгода, у кого-то год, у кого-то 2 года. Но это именно та ступенька в карьерной лестнице, дойдя до которой, назад уже отхода нет. То есть люди уже, которые дошли до младшего лидера группы, уже не уходят с бизнеса в принципе, потому что у них уже нормальный доход, уже полностью оплачиваемый автомобиль. Они побывали на саммите лидеров системы LR21 в Турции, получили очень мощное обучение. И эти партнеры начинают уже работать на следующей квалификации и получать совсем другие доходы, о чем мы поговорим в следующем видеоролике. Так, сейчас небольшую задачку, когда я проводил школу в своей команде, мы решали эту задачку интересную. Вот, сейчас мы просто проговорим, но, возможно, вы будете успевать тоже отвечать. Как вы думаете, можно ли стать 14%, но не стать младшим менеджером? Конечно, можно. 14% – это оборот 4000 долларов. 14% – 14% это оборот 4000 баллов. Младший менеджер, помимо 4000 баллов, должен иметь 3 бонусных линии. Если он не имеет 3 бонусных линии и личный оборот 250 баллов, то он не может стать младшим менеджером. Он просто будет 14%. Можно ли стать менеджером, но не быть 16%? Как вы думаете? Нет. Если вы стали менеджером, вы в любом случае уже 16%. Можно ли стать 21%, но не стать младший лидер группы? Да, можно. Опять же, 21% это всего лишь 12 тысяч баллов группового оборота. Для того, чтобы стать младшим лидером группы, у вас должно быть 6 бонусных линий. Про это не забывайте. Можно ли стать младшим лидером группы, но не получить автобонус 10 тысяч рублей? Да, можно. Можно стать младшим лидером группы, но не получить автобонус 10 тысяч рублей. Расчет автобонуса у нас производится по специальной таблице. Сразу же, как вы выйдете на автомобиль, я, конечно же, пришлю вам эту таблицу, и вы посмотрите, что нужно делать для того, чтобы получать автобонус. Но опять же, еще раз повторюсь, для того, чтобы получать автобонус на самом деле, нужно просто постоянно работать на первую линию. То есть создавать оборот помимо других сильных ваших групп. Ну и последний вопрос. Можно ли стать 16% и получить автобонус 10 тысяч рублей? Конечно же нет. 16% это у нас квалификация менеджер. Автобонус 10 тысяч рублей мы можем получить только на квалификации младший лидер группы, то есть на 21%. Поэтому, когда мы 16% и, например, сделали квалификацию менеджер, мы получаем максимальный автобонус 6 тысяч рублей
помимо основного дохода. Этих знаний, в принципе, достаточно до квалификации 21%, младший лидер группы. Дальше уже можно будет изучать вторую часть маркетинг-плана, который я снял в следующем видеоролике. И именно поэтому желаю всем поскорее дойти до квалификации младший лидер группы. Удачи!